7 июня 2015 год. Игнат Тихонович кормит своих голубушек. Вот они мои хорошие, буленьки мои, а. Давайте скорее. Давай. Були. Ну. Где они у меня там сидят? Вот они какие хорошие. Да мои замечательные були. Переворачивается, как он, а? Циркач. Ой, тарахнется скорее. Ну. Давай. Були. На газельке вчера приехали мы. Благополучно, слава богу, за все. Давай. Ползуно 6. Здесь мы находимся. Воскресный день сегодня. Богослужение, литургия была. Собрание, занятия и беседа около памятника Пушкина. Недалеко здесь. Беседа с родителями и с детьми. О лагерестане. Ой-ой-ой, погода направилась. Вот дети вышли после богослужения. Это у нас качели. Виктор Андреевич постарался. Видите как? На 4 качели. А что на эту не садитесь? Ну-ка сядь на эту. Это... Не ударьте, только смотрите. Вот в среду забираю в детский лагерь. Будем. По славу Божию. Вот оно как. О, Надежда Васильевна тут с любовью своей. Маша Барабаша. Так, это все уже разъехались, почти никого нет. 7 июня 2015 год. Пришли мы с памятника Пушкина, где говорили с родителями, с бабушкой там со мной, о детях. Пришли на Ползунова. Вот голубки сидят здесь. Потихоньку мы проходим мимо них. Это я, Игнат Тихонович, и Андрей из Мурманска. Ложкин фамилия, да? Мир вам. Потихонечку пошли они все равно. А вот она, наша Муська черная. Она очень ласковая. Ее, наверное, даже и не видно в экран, да? Муська. Ну так. Пришли, слава богу, за все.